Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. В эфире «Beauty Time». Всем здравствуйте. Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Те, кто продвинут в вопросах салонного оздоровления волос, знают, что одни процедуры создают лишь эффект каленых локонов, другие на самом деле ухаживают за кожей головы и волосами. К последним относится инновационная технология премиум-класса «Керосилк молекула красоты» от Goldwell. Сейчас очень важная тенденция в мире идет на здоровые волосы. Салонные процедуры включают в себя не просто нанесение продукта, но и также мастера делают и выполняют всевозможные массажи. Массажи не только кожи головы, но массажи и самих волос. То есть это новая инновация, да, не просто нанести продукт и распределить, но и также внедрить эти вкусные полезные ингредиенты, которые есть в этих сегментах, в этой линейке, именно прям в волос. Поэтому это помогает еще и способствует именно проникновению. Систему «Керосилк» совсем недавно привезли в Челябинск. Эта премиальная линейка есть лишь в нескольких салонах Москвы. Молекула красоты работает с волосами в 7 направлениях. Кроме исходного состояния, можно также учитывать и пожелания. Сделать ли акцент на плотности или необходим объем. Сегмент Color – это отвечает за то, чтобы клиенты получали очень сочный, красивый цвет во время окрашивания и также поддерживали этот цвет в домашних условиях. Сегмент Control отвечает за то, чтобы получить контроль над волосами. Он будет идеально подходить для клиентов, которые имеют пушащиеся волосы, очень пористые, и клиенты, которые постоянно пользуются утюгами и фенами, да, которые постоянно хотят выпрямить волосы, разгладить структуру волоса. Линейка Reconstruct – это самая серьезная линейка. Она создана для тех клиентов, у которых есть волосы достаточно сильно поврежденные. То ли химическим процессом, то ли механическим процессом. Но он работает уже, этот сегмент, очень глубоко в структуре волос и делает волосы очень насыщенно, питает кератином и таким ингредиентом, как гиалуроновая вуаль. И есть сегмент Repower, он разделен на два сегмента. Это сегмент Volume. Все отвечает за то, чтобы создать идеальный объем на тонких волосах, чтобы клиенты после этой процедуры в домашних условиях делали очень легко укладку объемную. И сегмент противопадения Anti-Hair Loss – это сегмент, который включает в себя некую систему домашнюю, которая состоит из шампуня, из профессиональных сывороток и специального спрея для того, чтобы сделать некую систему и сократить выпадение по каким-либо иным причинам. Как уже не раз отмечали топ-стилисты самых разных парикмахерских брендов, ни одно суперсложное окрашивание, ни одна качественная стрижка не будут смотреться достойно на нездоровых волосах. Действует этот закон природы и в обратном направлении. Часто после профессионального ухода необходимость перекрашиваться или менять форму попросту отпадает. Для своих волос получилось сегодня все, что им не доставало. Это вот гладкость, это объем, это плотность, шелковистость и мягкость. То есть все, что нужно было мне. Во-первых, они были непослушные и в укладке были очень трудоемкие. То есть приходилось использовать несколько продуктов, которые придавали там гладкость, объем, а здесь все в одном, и то, что процедуру я провела в салоне, дома, возможно, только шампунь и кондиционер, и то есть действие длительное будет. Так как у меня волосы сухие, мне предложили контрол, чтобы не утяжелить их, и объем не особо тоже мне нужен. И как сейчас по ощущениям, мне кажется, что волосы уплотнились, их стало как будто больше, потому что у меня их на самом деле очень мало. Мне очень понравилась процедура, занимает всего, то есть лечение 10 минут и укладка минут 30. То есть, в принципе, сейчас можно ложиться и очень удобно и комфортно процедура. Вот первое, что было, легкость и эффект, конечно, такой какой-то свободы и движения, и волосы, это как он называет. Конечно, окрашенные волосы дают свой этот, как он называет, эффект тяжести, да, вот сейчас его нет абсолютно. Укладка действительно занимает меньше времени, да, и мне, конечно, дома будет сподручнее это побыстрее все сделать, потому что всегда хотим все быстро, чтобы быстро все ложилось и так далее, без эффекта. Вот, в принципе, этот контроль, я думаю, что буду использовать тоже дома.
Семь сервисов «Керосилка» – это как семь нот в музыке, с помощью которых создаются самые разные вариации ухода. С таким потенциалом можно сколько угодно экспериментировать с длиной, цветом и формой укладки. Лето – это такое время года, когда можно себе позволить выглядеть смелее. Шляпы, экстравагантные босоножки, сумки и прочие сильно заметные аксессуары именно летом будут выглядеть адекватно. Как подобрать балетную юбку, сегодня рассказывают наши эксперты. Эта воздушная юбка спустилась с балетной сцены и попала на улицы больших городов во многом благодаря героине Сары Джессики Паркер. В наши дни модель из многослойной сетки перешла на категорию must-have. О ней пишут журналы, и ей посвящают свои мастер-классы стилисты. Она универсальна на самом деле. Юбку-пачку можно надеть с тельняшкой, если хочется создать какой-то кажуальный образ, и одеть легкую спортивную обувь, начиная от кеды, заканчивая кроссовками, лоферами и тому подобное. Если хочется создать более вечерний образ, можно надеть каблуки, более нарядный топ, украшения и, пожалуйста, уже легкий вечерний образ. Женщина и девушка в юбке-пачке всегда очень женственная, всегда летящая, всегда воздушная, поэтому макияж, конечно, лучше использовать такой не броский, не яркий, потому что юбка-пачка и так сама по себе очень привлекает внимание и делает любой образ очень женственным. Большой поклонницей балетной юбки является Ольга Шваб, врач-косметолог, известная модница и популярный видеоблогер. Да, на самом деле элемент одежды очень классный. И я ее стала использовать в своем гардеробе задолго до того, как вообще такая тенденция появилась, потому что это настолько универсальная вещь, можно днем там с футболочкой, а вечером какую-то маечку, аксессуары и сразу вечерний образ. Ну и длиной можно играть, можно юбку-пачку, допустим, короткую или такую вот удлиненную, и сразу образ меняется. Современная мода с ее смешением стилей позволяет обыгрывать юбку-пачку в самых разных комплектах. Тут все зависит от того, кем вы хотите в этой юбке предстать. Она может создать массу образов, и все зависит от вашей фантазии. Если вы хотите повседневный легкий образ, городской, то можно одеться спортивной обувью. И пачка прекрасно сочетается с спортивной обувью, с джинсовой рубашкой, например. Что, казалось бы, совершенно такая эклектика, но она прекрасно смотрится, особенно на стрит-луках. Если вы хотите создать образ более вечерний, тогда, конечно, предпочтительные каблуки. Это должен быть какой-то высокий каблук, легкая обувь, может быть золото, может быть какой-то контрастный цвет. Кому-то эта модель юбки может показаться слишком экстравагантной. В таком случае стилисты рекомендуют прислушаться к своему внутреннему состоянию и не идти на поводу у модных трендов. Многие клиенты сомневаются, смогут ли они органично себя чувствовать в юбке-пачке. Я приглашаю поэкспериментировать, примерить несколько образов. Мы всегда открыты для консультаций по стилю. И сейчас у нас еще появилась кабина красоты, где наш визажист сможет вам сделать макияж, легкую укладку, и вы будете на 100% готовы к любому выходу. Мода от простой потребности одеваться как раз и отличается тем, что в ней есть место эксперименты. В этом сезоне дизайнеры и стилисты во всех вариантах обыгрывают идею женственности, которую воплощает и эта воздушная легкая юбка. Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Диагностика, правильное питание, аппаратная и инъекционная косметология лица и тела, фитнес, тренажеры, танцевальные программы, позитивная психология. Дом эстетики и медицины «Формула». Мы делаем этот мир легче. Телефон 211-50-30. Цветочная мастерская «Экзотик». Последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний, дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на Труда, павильон 3. Телефон 777-10-11. Работаем круглосуточно. Все краски летнего настроения в коллекциях от Max Mara Fashion Group. Изысканные и креативные идеи итальянских дизайнеров от бренда Penny Black на первом этаже ТРК Куба. Penny Black. За модой к нам.
Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске идеи европейских дизайнеров с участием кружева из коллекции этого лета. Шейпи шик, боха, линджери и кантри. Кружево в летних коллекциях участвует в самых разных стилях и настроениях. Идея цветного кружева и в этом сезоне не оставила дизайнеров. Кроме ярких платьев для летних вечеринок, оно может быть использовано в отдельных элементах повседневных комплектов. Благодаря демократичности моды, теперь не нужно ждать какого-то специального повода, чтобы надеть что-нибудь кружевное. Напротив, сложные сочетания нежности и брутальности сегодня очень приветствуются. Кружевные вещи, как и любые другие фактурные предметы, всегда привлекают внимание. И вместе с тем они обладают вариативностью. Кружево – один из немногих материалов, которые не используются в мужских коллекциях. А это значит, что достаточно даже одной детали, чтобы лишний раз почувствовать себя представительницей прекрасной половины. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Как правило, самый популярный мейкап летом – нюд, естественный макияж. Но когда солнце заходит и начинается пора вечеринок, не стоит экономить на косметике, а использовать яркие цвета. Команда мейкап-студии «Гримерка» предлагает подборку самых смелых и актуальных образов на горячие летние вечеринки. Первый образ – так называемой современной амазонки, независимой и гордой девушки. Все эти характеристики можно отнести к «Смоки Айс», который в летнем варианте предпочтителен в ярких тонах. Для такого мейка он достаточно такой получается яркий, насыщенный в стиле амазонки. Подойдут, конечно, волосы, забранные назад. При этом можно взять любой сухой шампунь, либо солевой спрей и нанести на волосы. Тем самым вы не перегрузите волосы и создастся целый гармоничный образ, который как раз-таки подойдет для любой летней вечеринки. Следующий образ также на основе дымчатых глаз, усиливает эффект которых объемная прическа. А макияж у нас сегодня выполнен в таком кошачьем стиле. Очень актуальный в этом сезоне матовый смоки в серой такой холодной гамме. Очень хорошо выигрышно смотрится на карих глазах. Но хочется все-таки разбавить, так как это вечерний образ, каким-то сияющим акцентом. Можно для этого использовать такую сияющую подводку, она как битое стекло смотрится. Летом приходится отказаться от привычных методов укладки и переходить на более щадящий режим моделирования причесок. Сейчас очень актуальны волны, легкие локоны, эффект, как будто бы ты только что проснулась, расчесала волосы, и они сами по себе у тебя очень красиво легли. Для такого эффекта нужно завить волосы на утюжок либо плойку, а потом мы их разбираем руками. Вот таким образом. Третий образ – светская львица. Вечерний макияж с ярким акцентом на губах, который придает образу сексуальность. А сегодня я подготовила образ для вечеринки такой светской, я бы ее назвала. То есть это яркие губы, акцент на глаза. Это я больше представляю какой-то светский раут, возможно, где-то на берегу озера или на берегу моря. Тему аристократичности также можно реализовать в летнем мейкапе. Для тех, кто не любит экспериментировать, легкий, воздушный, но при этом изысканный визаж с естественным тоном кожи. У меня на модели получился очень такой легкий макияж, летний, свежий, без заморочек, буквально за 5 минут. Самое главное в таком визаже – хорошо проработать межресничное пространство, чтобы глаз, несмотря на то, что он нежный, смотрелся сочно, глаза яркими были. Когда у нас такой нежный, легкий, нюдовый макияж, главное здесь не переборщить со скульптурированием лица. Поэтому я беру даже не скульптор, а румяна и прохожусь немножечко по зоне скулы, по лобику и по линии подбородка. И завершающий образ романтичный, с акцентом на глаза, который подчеркивает чувственную и глубокую натуру. Сегодня я создала образ для пляжной вечеринки. Максимально естественный, воздушный. Цвета макияжа повторяют оттенки лазурного берега. Это песочные, золотистые оттенки. Очень красивый влажный эффект на глазах и максимально сияющая кожа. На сегодняшний день мода не является диктатом. И у нас всегда есть выбор. В любое время года мы можем быть разными и яркими.
Развитие модной индустрии в нашем городе, появление большого количества дизайнеров всегда рождает потребность в профессиональных моделях. За последние лет 25 в нашем городе появилось и закрылось немалое количество агентств. Одно из них недавно возобновило свою работу. На протяжении нескольких лет модельное агентство Vision было известно благодаря участию в различных модных проектах нашего города. Собственным детищем агентства являлся конкурс Fashion Pro, победительницы которого не раз появлялись на обложках и страницах известных журналов. Не так давно, после многолетнего перерыва, агентство объявило о возобновлении своей работы. Начать решили с фотосессии с участием моделей одного из первых составов. Девушки уже состоялись в других профессиях, но не потеряли форму, драйв и профессиональные навыки. Мне кажется, вообще изменился мир. То есть, если раньше, 12 лет назад, мы снимали, работали на каталогах, да, когда какое-то швейное производство или какой-то магазин, пусть даже отдел, заказывали съемки. И сейчас просто вот этот бизнес фэшн, он стал очень быстрым. То есть создали платье, отфотографировали, нашли модель, сделали образ шикарный, пригласили стилиста, сфотографировали, продали. И вот сейчас, наверное, мы работаем конкретно в агентстве Vision над полным циклом. То есть лично я эту моду понимаю от начала создания платья, лекала, посадки до... Ну, в промежутке, естественно, это продвижение этого товара, это фэшн-съемки, это показы. Соответственно, это финальный продукт, его продажа. Вот сейчас вот эта эра, она просто поменялась. И мне очень нравится, что российские дизайнеры, да и просто магазины, которые появляются новые, они разные, да. Но в связи вот с интернетом очень интересная, возможно, получится работа. Тенденция последнего времени – выход за рамки модельных параметров. Это касается и возраста, и пропорций. То есть на подиум вот в этом сезоне, на неделе моды в Милане, вот Элизабета Франки, мой любимый дизайнер, сделала показ из Instagram Div. Вот собрала их, и они, конечно, выделялись, но они выделялись своей харизмой, не тем, что у них там какие-то параметры несколько другие. Мне понравилась эта идея. И сейчас вообще в моде модно все, что нестандартно. Ну и вот агентство Vision как раз-таки будет отличаться тем, что у нас будет много возрастной модели. То есть я хочу сделать это агентство открытым, чтобы отвечать запросам любого клиента, любого магазина, любой одежды. Для этой фотосъемки пригласили фэшн-фотографа Дмитрия Болотина и мейкап-артиста Анну Дюрягину. Им помогали хорошая погода и стильная коллекция. Была поставлена цель как летние тенденции. Я использовала в основном цветные каялы. И самое главное, летняя тенденция этого сезона – это макияж без макияжа. Легкий стробинг. Мы выделяли скулы, мы выделяли носик, мы выделяли галочку возле губ. Это все подсвечивает и очень свежо выглядит. Также у некоторых моделей были использованы цветные туши, что летом тоже актуально. Это просто ярко и красиво. Также в этом сезоне идет дань 90-м. И в тренде очень голубая гамма, бирюзовые, синие и голубые оттенки. Также очень актуальны глянцевые помады ярких цветов. Это наша совместная, да, как бы была идея, потому что в Челябинске лето длится 4 месяца от силы, и то август так не считается. Поэтому лично для меня я стараюсь вот летом максимально съемок делать. Потому что за зиму, там, за весну, за осень от студии устаешь, и уже хочется с естественным светом снимать. Даже если там затянуто или наоборот яркое солнце, все хочется больше на улице творить. Стремительное развитие фэшн-индустрии требует мобилизации всех ее участников. Именно поэтому в агентстве Vision сейчас активно занимаются поисками новых лиц. На кастинге готовы отсмотреть всех желающих. Но конкурс Fashion Pro по традиции станет стартовой площадкой именно для начинающих моделей. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Маммопластика. Пересадка волос. Блефаропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. Диплекс. Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал моя новая жизнь.рф.
Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. С 30 мая по 30 июня. День одной цены. Специальные цены на часть коллекции тканей в салоне тканей Тисура на Тимирязева 26. Все выпуски Beauty Time, а также конкурсы, новости и анонсы, все это на сайте bt31tv.ru. У меня все, до встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой, дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.